Привет, дорогие друзья, добро пожаловать, и сегодня у нас на повестке дня God Simulator. Значит, соскучился я по этой игре, и давно я ее не записывал. Погнали, сегодня поиграем и посмотрим некие секреты данной игры. Как ты понял по видео и по названию данного ролика, сегодня будет у нас связанное что-то с игрой I Am Bread. Типа, смотри, когда мы еще играли в игру I Am Bread, у нас был там God Simulator, и типа мы могли играть за козла вместо хлеба. И значит, оказывается, в козле тоже можно играть хлебом. Погнали, короче, попробуем это сделать. Значит, нам нужно как-то козла превратить в хлеб. Поехали. Значит, это выполняется вроде в God Wheel. Значит, смотри, я возьму, наверное... Козу бы, вот, может быть, смотри, кого возьмем. У нас тут есть, короче, коза, сейчас я тебе скажу. Оказывается, можно выбирать тут козу. Так, у нас есть, вот, наверное, вот это возьмем. И смотри, что еще возьмем. Так, где же она тут? Короче, вот где-то козел, козел небесный. Вроде как небесный козел. Вроде что-то одно из двух здесь. Поехали, начнем. Так, ребят, походу, смотри, небесный козел — это когда парашют. Я хотел именно выбрать парашют, а получилось, что выбрали козу-ангелочек еще и с парашютом. Ну, короче, погнали, смотри, в чем прикол этой козы. Мы как бы можем летать вот так. То есть это самая единственная коза, которая здесь летает. Блин, как я соскучился по этой игре, если честно. Я конкретно соскучился по этой игре очень-очень сильно. Я, конечно, периодически там поигрывал в нее за кадром. Типа, знаешь, думаю, ну вот сейчас поиграю, ну и так, знаешь, расслаблюсь перед сном в этой игре. Я тебе говорю, игрушка очень веселая, очень прикольная. Значит, что же, погнали искать тостер. Вроде как сказать, тостер находится вот где-то тут в какой-то стороне. Так, значит, поехали. Кстати, вот эти парашюты, они все оставляются за нами. Типа они потом вообще не исчезают. Так, хорошо. Давай, полетели. Так, ты посмотри, как у меня хорошо получилось. Так, где-то здесь. Вот он, короче, вот этот тостер. Так, смотри, чтобы нам, короче, стать хлебом, нам нужно ударить тостер. Вот, короче, появился этот хлеб. Типа его трудно словить, потому что этот хлеб бегает. Ну, прям как в игре. Все как в игре, хлеб бегает. Так, мы должны сейчас поймать хлеб. Так, хлеб, иди сюда. Так, и полетели, давай сюда. Так, давай, опа, хорошо. Кстати, а можно парашют как-то взять и отнести? Или он что, нам будет так тут мешать? А хотя нет, стой, подожди, ну-ка, парашют. Блин, парашют конкретно тут мешает. Так, хотя можно вроде отнести. Так, полетели, короче, с парашютом, меня парашют не отпускает, ни хрена. Так, ладно, короче, будем так, короче, работать. Блин, капец, я тут наспавнил парашютов. Это ужас, короче, с парашютами. Стой, наверное, скорее всего, я сейчас перезайду, потому что с этими парашютами нереально здесь вообще что-то сделать. Как бы все, я нашел тостер, он находится в той стороне. В принципе, можно парашют использовать в крайнем случае. Если что, тут парашюты эти бесконечные. Так, хорошо, поехали. Так, кстати, вот прикол, наверное... А, во, короче, у нас козел высоко прыгает. Так, значит, хорошо, что я взял... Так. Так, хорошо, что я взял козла этого. Ангелочка. Так, значит, вот где-то тут еще есть хлеб. Вот он катится. Вот он катится, наш родной хлеб. Так. Опа! Так, спокойно, нам нужно его поймать. Так, хлеб, давай, иди сюда. Отлично. Так, все, его вроде остановил. Так, спокойно. А куда хлеб-то уезжает? Стой, подожди. Хлеб. Стой, мой хлеб. Так, ну полетели. Типа, видишь, этот хлеб очень тяжело нести, поэтому вот лучше использовать парашюты. Так. И оп.
Отлично. Так, давай. Сюда вроде нужно. Так, давай. Во! Все, короче, заправили мы хлеб. И, значит, что же, нам нужно как-то прыгнуть теперь вот на... Во, отлично. Так, жарится хлеб. И мы хлеб, дорогие друзья. Мы самый настоящий хлеб, получили достижение, а бред. Блин, шикарная тема. Ну что? Парашюты. Мы можем использовать парашюты. Блин, только парашют не видно, типа летающий хлеб такой, знаешь, летает тут. Блин, шикарно, шикарно. Значит, помнишь, короче, тут были трофеи, я их, короче, все тут собрал, получил какую-то редкую ачивку. О, то есть, стой, а чё там еще хлеб? Стой, подожди. Ой, тихо, ты где? А, типа я разбился? Так, стой, подожди. Я нашел друга. Я нашел друга, хлеб, привет, боже. Как давно мы с тобой не виделись. А, стой, мужик. А, хлеб, я тебя спасаю. Так, я могу взять хлеб. Ну чё, полетели вместе в далекие края, так сказать. Блин, шикарная тема. Именно, короче, когда-то давным-давно добавили это обновление, вроде, дорогие друзья, с хлебом. Падаем, короче, падаем. Так, спокойно. Летим. Летим. Так вот, добавили это обновление с хлебом. И, блин, оно капец угарное получилось, я тебе скажу. И ачивка классная, вот эта Эмбред. Вообще суперская. Так, давай. Опа, опа. Полетели, сейчас полетим вместе. Воу, хлеб, ты со мной? Хлеб с нами. Блин, шикарно. Шикарно. Вот, я не знаю, может, разработчики данной игры, вообще двух вот этих игр, Гота и I Am Bread, типа, вот, одинаковые. Ну, типа, может, они и те же разработчики, хотя вряд ли. Черт его знает. Может, это просто вот такой коллаб, типа, коллаборация такая прикольная. Блин. Ну, довольно-таки круто. Как-то так, дорогие друзья. Мне понравилась данная тема с хлебом. На этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот. Всем удачи и всем пока-пока.